Алло. Добрый вечер. С вами Андрей Крафтов. Сегодня я расскажу, как установить ReShade на Garry's Mod. Заходим на сайт ReShade, нажимаем Download и тут нажимаем Download. Качаем. После переходим по ссылке в описании. Там ссылка на Яндекс.Диск. В общем, и нажимаем скачать. Вот эти два файла у нас есть. Запускаем .exe файл ReShade. Значит, вот тут вот, нажимаем большую кнопочку, нажимаем обзор. Идем по пути Steam Apps, Common, Garry's Mod, Bin. И здесь выбираем gmod.exe. Потом тут тыкаем на DirectX 9. Значит, если тут будет у вас написано update или не update, нажимаем update. Потом, значит, нажимаем uncheck all, то есть убрать все. И здесь нажимаем OK. Все, после этого переходим в папку Garry's Mod, Bin. Вот тут у нас есть, короче, ReShade. Папочка ReShade, ага. Значит, сюда, из этого архива переносим эти две папочки в эту папочку. Понятно, да? Ага, понятно. Дальше запускаем, обязательно запускаем Garry's Mod через этот ярлык gmod.exe. После этого зайдем в игру. Обязательно отключите сглаживание. Просто, но тут нажмите нет. После этого вот нажимаем кнопочку Home. И тут выбираем RT Global Illumination, то есть что значит Ray Tracing, глобальная иллюминация, наверное, не знаю. И самое главное, вот тут галочка вот эта дурацкая, абсолютная, отключите ее, пожалуйста, умоляю вас. И все. Дальше все эти крутилки, с ними разберитесь сами, они несложные. Крутите и смотрите, что получается. Надеюсь, всем понятно, всем до свидания, с вами был Крафтов Андреевич, ой, в смысле, Андрей Крафтович, Андрей Крафтов, да, его так зовут. Всем до свидания.